а я против войны. Вам когда-нибудь приводилось интернациональный долг исполнять? Вы знаете, приходилось. Я в Афганистане служил в армии. Отлично. Тогда мы с вами, как говорил Маугли, одной крови. Вот я его наисполнялся и выяснил себе три вещи. Первое, что всякая война сначала тупик, потом катастрофа. Второе, всякие войны, даже если это войны столетние, они все кончаются одним переговорами и миром. Для меня давно стал вопрос, а стоит ли наградить горы покойников, наплодить вдов, сирот, коллег, пустить прахом по ветру труд десятков предшествующих поколений, чтобы потом все равно сесть и договориться. Может быть, эту нецивилизованную часть вообще исключить. И третье, каждая мама, она рожает сына надеждой в старости, внуков хочет иметь. Для нее ее Ваня или Магомед, не суть важно, самый лучший. Может быть, кто-то в нем какие-то недостатки со стороны отмечает, но для нее самый лучший. Так вот не надо эту жизнь, естественно, прерывать пулей или осколком.